Он навсегда останется авиатехником Макарычем. Сегодня 99 лет со дня рождения советского актера и нашего земляка Алексея Смирнова. Он прошел Великую Отечественную войну, заслужил ордена и медали за отвагу и боевые заслуги. Сразу после ушел в кино. Знаменитую роль авиатехника он получил не сразу. Говорили, что комедийный актер не сможет. Но жизненный багаж взял свое. Именно Алексей Смирнов стал прототипом памятника авиатехникам в Левцово. Его возвели в мае прошлого года, и сегодня почтить память актера и возложить цветы к мемориалу пришли родственники, ветераны и просто неравнодушные. Это место памяти. Место памяти Алексея Макарыча. Место памяти людей, символом которых он стал. И низкий поклон действительно вам. Прежде всего, огромное спасибо ребятам, которые вот на этом месте пришла такая идея и довели до яркого, красивого результата.